Всем привет, это обзор от mob.org, я Трэш, и сегодня я расскажу вам про великолепную пиксельную аркаду под названием Sky Chases. В ней мы играем за девочку-пилота, которая хочет стать лучшим летчиком среди друзей. Но для этого ей потребуется пройти долгий путь от летающей коробки до серьезного корабля. В игре очень простое управление. Тапая по правой стороне экрана, мы включаем левую турбину, а по левой, соответственно, правую. Инверсию можно поменять, но так даже интереснее. Ты привыкаешь, и балансировать становится проще. Но различные ловушки, погодные условия и растения, выпускающие галлюциногенные газы, будут менять управление, за счет чего сложности без того непростой аркады увеличивается. По сути, тебе будет необходимо собирать монетки, которые ты сможешь потратить на новые корабли и чекпоинты. Не сохранившись, после смерти придется начинать с предыдущего чекпоинта. Благо, рассчитываться за них можно и просмотром роликов, что поможет сохранить кровно заработанные. Прикосновение к земле не будет вредить кораблю, а вот столкновение с острыми препятствиями будет отнимать монеты и горючее, которые можно пополнить сбором все тех же монет или подлетая к местам сохранений. В игре есть всякие мини-уровни и задания с заработком монеток и кораблей. Уже сейчас у тебя будет возможность открыть более 50 кораблей и пройти 3 мира, а вскоре станет доступными 4-й. Если хочется убить время на что-то качественное и затягивающее, то Sky Chases самое то. А на этом у нас все. Не забывай качать игры с нашего сайта бесплатно, ставить лайчики и смотреть предыдущие видео. До завтра!